В выходные на Волге произошло ЧП. Рыбаки выехали на машине на лед. Лед не выдержал, и автомобиль ушел под воду. В районе Ильинки мужчины выехали на лед на внедорожнике. Автомобиль провалился в 30 метрах от берега, где глубина составляет 14 метров. В машине находились шестеро мужчин. Машина резко ушла под лед. Успели выпрыгнуть два человека. Четверо выпрыгнули, к сожалению, двое, которые сидели на заднем сиденье, так и остались в машине. Глубина 14 метров. Когда спасатели наши подъехали, одного обнаружили прямо в машине, а второй, видно, пытался, все же выпрыгнул, пытался выплыть, но его течением снесло в сторону, он в пробоину не попал, к сожалению. Двое погибших.